впереди самый темный период в году. День становится все короче, температура воздуха все ниже. Однако это не повод унывать, ведь свидание, в том числе с нашим чарующим городом, можно назначить в любую погоду. Главное – грамотно утеплиться и принарядиться, сверившись с актуальными модными тенденциями. На мультибрендовый показ изделий коллекции «Осень-зима 23-24» итальянских дизайнеров в одной из самых модных локаций северной столицы собрались не только петербурженки, но и гости из Москвы, Ростова, Сочи и даже Иркутска. На подиуме повседневные луки, деловые костюмы, праздничные наряды. Не за горами самая долгожданная ночь года. Волшебно, фантастично, красиво, ярко, про жизнь, про удовольствие, про эмоции. У меня есть несколько фаворитов. Очень понравились сочетания розового, серого, синего и белого. Все продумано. Парадокс и одномоментно закон моды – универсальность, несмотря на географические, климатические, культурные различия. Вещь, получившая высокую оценку на подиумах Милана, почти наверняка будет иметь успех в Берлине, Париже, Сеуле, Москве и станет бестселлером в бутиках всех модных столиц мира. Как известно, мода циклична, и сейчас как раз мы переживаем тот период, когда вектор стилистический устремился именно в сторону так называемого quiet luxury. Это вещи традиционные, более классичные, как в мужском, так и в женском гардеробе. Все эти изделия многозадачны. Колористика этих изделий достаточно комбинаторна, и на основе этих луков и образов вы создадите громадное количество комплектов. Конечно, есть тренды, есть формы, да, но все равно вы приходите, если тренд текущие формы, те, которые, в которых вам будет некомфортно, длина, плечи. Как бы глянец не писал, что это модно, вы себе это не возьмете. Вам нужно то, что с вами будет рядом жить, вашу жизнь. Правда? Главное чувствовать себя и иметь чувство меры. Это всегда актуально. Человек должен соотносить реалии со своими желаниями. И тогда это выглядит здорово. Понимаете? И здорово.